Реализовать технический проект, собрать робота, смоделировать предмет с помощью 3D-принтера или фрезеровочного станка. Все это и не только можно сделать в Центре молодежного инновационного творчества «Роболатория». Площадка будущего, где возможно воплотить в жизнь почти любую техническую задумку, теперь заработала в Одинцово. Где-то в начале года пришла ко мне группа молодых людей, которые готовились к фестивалю «Робо-Сити». Мы дали на целый день волейбольный наш центр, где и проходил этот фестиваль. И когда мы общались, ребята вышли с идеей создать вот такой молодежный центр, в котором были и 3D-принтеры, и станки по работе с металлом, с пластиком, с углеводородом и так далее. Идею поддержал, вот мы подготовили помещение, провели необходимый ремонт. В июне этого года Министерство инвестиций и инноваций Московской области подвело итоги конкурса на предоставление субсидий для создания и развития таких площадок. Из 14 заявок были отмечены 4. В их числе оказался и одинцовский проект «Роболатория». Место замечательное, на мой взгляд. Муниципалитет и ребята, организаторы СМИТа, отработали на 120%. То есть дети очень довольны. Та техника, которую сюда поставили, позволит развивать креативные навыки и знания у молодежи. На мой взгляд, в настоящий момент это крайне важно, потому что не секрет, что не хватает инженеров, не хватает программистов, не хватает людей, которые могут создавать что-то новое. Эта инновационная площадка поделена на две зоны. С одной стороны расположены устройства для 3D-моделирования, с другой – оборудование, которое позволяет обрабатывать дерево, пластик и металл. В данном случае я взял вот с сайта вот его логотип, перевел его в векторный файл. Дальше я перехожу в программу CorelDRAW. С помощью функции «Пока за рамки» посмотреть примерно, в каком квадрате будет находиться наш логотип. И после этого просто нажать кнопку «Старт». Вот. Для талантливых молодых людей Центр инновационного творчества – возможность самореализоваться, узнать много интересного в сфере технических наук и приобрести ценный опыт, который в будущем поможет при выборе профессии или в работе. Центр молодежного инновационного творчества позволяет ребятам уже со школы, со школьной скамьи соприкоснуться с робототехникой, с электроникой, 3D-технологиями, печатью, сканированием, моделированием и другими интересными вещами, которые могут оказаться им полезны во взрослой жизни, когда они поступают в высшие учебные заведения. Многие ребята уже достигли определенных успехов в технических разработках и, несмотря на свой малый возраст, представляют проекты на областном уровне. Это робот для сумо. Его я собрал вчера на уроке. Он едет вперед с помощью датчика, он обнаружает противника, когда он близко подъезжает, и поднимает ковш. Например, с помощью этого ковша можно снег разгребать роботов или убирать улицу. Находится центр в доме на улице Маршала Бирюзова, 30А. Более 30% услуг будут предоставлены на бюджетной основе. В Одинцовском районе работает уже 12 кружков сети «Роболатория», в которых занимаются дети в возрасте от 6 до 16 лет.